15 человек и покойника ящик. Йо-хо-хо! Бочонки ром. От этой песни во мне что-то шевелится. Что-то такое ужасное и прекрасное. А во мне больше ужасного, хотя прекрасного немножко тоже. Ужасное! Это прекрасно! Кто хочет стать морским разбойником? Я! А я не хочу! Что же я буду делать? А ты будешь протирать пыль с фортепиано в кают-компании! А ну, графиня, отдавай свои драгоценности! Негодные злодеи, вам их никогда не видать! Это почему же? Уши короткие, и я от вас убегу! Ой, Томми, 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 держи порох на готове! Вот тебе дети! Ха! Играют в разбойников, отбивают хлеб у профессионалов. Ну ничего, грабим последний раз. Нет, жалко девочку. Последний раз и начинаем честную жизнь. Так, нет, кстати! И вы тоже. Йо-хо-хо! Ай, голубчики, разбойнички и душегубчики. Мы все покажем, йо-хо-хо. Север, запад и восток. Эх, раз, два, три, четыре. Живой. Приготовились! Ну что я тебе говорил? Потрясающе!